вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. І сьогодні в нас в гостях незвичайний гість – це Тарік Незалежко. Вітаю вас. Вітаю. Привіт. Я розумію, що нашим телеглядачам, я так от стандартно тебе чути на українській мові, але ти зараз розмовляєш на російській мові. Мене теж стандартно, моїм телеглядачам, які дивляться мій канал на YouTube та інші мої медіа, вони теж розуміють, що мені, у мене рідна мова – це російська мова. Адже от і зараз я так розумію, що ти російськомовний, що я російськомовний, що для тебе російська мова рідна, що для мене російська мова рідна. І поэтому сейчас я нахожусь в лучшому положенні, чим ти немножко. Я ведучий, я розумію, що якщо формат ведучого, я вже потрібно мені розмовляти тільки українською мовою. І не здається тобі, що це, ну от мені, наприклад, здається, що це порушення моїх конституційних прав. А як ти до цього питання ставишся? Смотри, в принципе, мы исходим из того, что мы с тобой законопослушные люди. И у нас есть определенные, теоретично, скажем, квоты, да, и нам говорят, что вы должны вести себя так. И в принципе, мы ведем себя так. Мы поставлены в определенные условия, и это не до конца хорошо. То есть наше естество немножко сопротивляется этому. Хотя, откровенно тебе скажу, вот, если мы перейдем в плоскость творчества, а это такая родная для меня плоскость, то я хотел бы звернуть увагу на то, что Тарік Незалежко спочатку співав українською мовою. Да, да. Это был украиноязычный проект. И предыдущий мой коллектив, которым я также занимался, ну, музыкальными изваяниями, мы пели на украинском языке. В чем вопрос? Вопрос заключается в том, что во мне присущ какой-то такой бунтарский склад характера, и когда меня начинают спонукаты заставлять меня делать вот таким вот образом, то мой антагонизм начинает активно работать и сопротивляться этому. Поэтому, в принципе, я считаю, что вот та политика, которая ведется сейчас нашими глубоко уважаемыми правителями, руководителями, на которых мы каждый день имеем прекрасную возможность глядеть с экранов, какие-то мудрые изречения их мы можем подхватывать и пускать их в народ. Мудрые, это что-то собаками, это кишками. Это гениально. Я считаю, это просто супер. Это на самом деле, как это начинается. Я, откровенно говоря, сейчас не так часто смотрю телевизор, не так часто слежу за новостями, но так иногда пролистываю Facebook, ленту и смотрю, что это собаки, 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 собаки. Я думаю, что это такое? Собака, газ, собака, газ. И уже как бы мне самому стало интересно, с чем это связано. Тем более там такая фамилия достаточно интересная. Багар, или Багар, Багар, Багор. Собаку Багором вот я можно навіть, вытаскивать я из воды. Не прізвища цих слуг народа, я навіть да, їх не запам'ятовую. В принципе, это лишняя информация абсолютно, поэтому если я ошибусь, то мне абсолютно не будет обидно, потому что, в принципе, мне кажется, этот человек не должен уже ни на что обижаться, потому что так как он обидел украинский народ, ну как, он не обидел, но он просто показал свою определенную глупость, как мне кажется, такую недопустимые речи он произнес. Вот. И самое печальное, он не понял. Он не, вот то, что меня пугает, он же не понял, когда это сказал, что он просто сморозил глупость. До него дошло это только в тот момент, когда, грубо говоря, все ватники, вышивательники зеленые, все начали просто его затравливать, что как такое можно вообще произносить. І тоді вже я за ним немножко посидів. Але це ж тренд з'явився не вчора. Ми пам'ятаємо міністрів, які розказували, що українські багато їдять. І це теж викликало обурення. І роками ця людина знаходилась на посаді. Дмитрій, на самом деле, що я хочу заметити, в Україні появилась, наконец-то, стабільність.
Пускай это ужасная и глупая, но стабильность. И мы действительно смотрим, что как мы не меняем... Стабильно вниз, да. То есть курс, он как бы определен. С одной стороны, это очень плохо, а с другой стороны, мы понимаем, что, что мы хотя бы знаем, куда мы двигаемся. Вот, поэтому у нас есть ясность, и мы можем планировать нашу жизнь, мы можем планировать, что вот, допустим, в следующем году я не поеду на море, там, допустим, да, потому что человек говорит, что мы как бы с Турции скатились до Алупки, ну, теперь ее не будет, потому что тенденция, конечно, к сожалению, очень печальная, но мы становимся фаталистами. Але все ж таки, якщо повернутися до прав, які нам, громадянам України, записано до Конституції. Ти хочеш сказати, нарушаються ли наші права? От іменно, як би, моє суб'єктивне мнение. Мені кажеться, да. От мені почему-то вот так кажется, як чоловіку, який, ну, один раз он читав Конституцію, і я не можу там говорити, вот это вот стаття такая-то, такая-то, но я помню, що, в принципі, там говорится о том, что нежелательно делать то, что сейчас с нами делают. Вот. Потому что в итоге, что я хотел бы еще вот обратить внимание, украинский язык, он не требует, скажем, защиты от этих, как протекции со стороны этих людей. Потому что все, что делают эти люди, это вот был царь Медос, да, который дотрагивался до там, чашки, она превращалась в золотую, до стола. То есть до чего он не дотрагивался, оно превращалось в золото. Эти люди, к сожалению, почти цари Медосы, но очень почти. Чему они не притрагиваются, превращается в говно. Извините, если вот так грубовато скажу. Но в качестве гостя я могу себе это позволить. И просто пример. Пример привожу 2011 года, когда я смотрел, еще были российские каналы. Я смотрел анонс концерта на каком-то из российских каналов. Показывали анонс концерта группы Boombox в Москве. И что стояла такая огромная очередь людей, москалів, як то кажуть зараз, розумієте мене, вот, и подходили и спрашивали, а что вы знаете об этой группе? И меня что поразило? Меня поразило, когда одна из девушек запела песню «Квіти в волосі». Вот, вона носила квіти в волосі, і ними раз і він іще вітер. Она спела на украинском языке. И это показатель, и это есть уровень положительной протекции и развития этого языка. Да? То есть мы таким образом доказываем людям, что наша мова, она дійсно солов'їна, и она ну, цікава не только украинцам, але и за межами Украины. И когда господин Вакарчук выступал, не будем упоминать его в суе, вот, это замечательно, когда он музыкант, и ужасно, ну, это мое субъективное мнение, и ужасно, когда он человек, который там, допустим, спорит с Юлией Владимировной на тему газа. Вот мы тоже помним этот момент, он достаточно интересный был. Вот, ребята, творчеством защищайте и развивайте украинский язык, а давать возможность вот этим людям, которые ко всему, к чему не притрагиваются, превращаются в говно, это все же будет иметь обратный эффект. Я в этом уверен на 100%. Ну, ты знаешь, у нас зараз министр освіти Новосад. Вот такая жінка. Вот такая. Вона нещодавно там зробила пост у Фейсбуці, там 10 стрічок, там 20 помилок на українській мові. Так це нормально. Але ж це міністр освіти. І от, можливо, проблема в тому, що на Україні дуже багато людей, які розмовляють на суржику. Ну, наприклад, я зараз намагаюся спілкуватися українською мовою як за підручником. Але ж... Але, в принципі, мені подобається твоя українська, але ж, і ти молодець. У нас набагато, як говориться, можна... Дуже багато суржику є. І слово російське, слово на українській, слово якийсь мікс. І в мене теж це є, але там, я вважаю, що не досить багато. І адекватно, що на половині України проблема з суржиком, ну, така дуже суттєва. І от якщо людина розмовляє з суржиком,
Це українська мова чи не українська? Якщо подивитись просто на Новосад з помилками... Якщо ми вспомнимо товариша Авакова, який говорив, я зараз вам на слобожанській мові розкажу. Вот. Вообще, мне кажется, немножечко вот вопрос языка, необходимо людей останавливать, то есть, чтобы они не педалировали как бы эту тему вообще. Мы, мне кажется, на данный момент мы должны немножечко все остыть. А касательно, ну, лучше, конечно, я считаю, что это правильно, если человек общается на украинском языке, не на суржике, на русском, там, на английском, на каком-то еще языке, если это более-менее так в чистой манере. Но, опять же, когда вы заставляете людей, а это именно так я сейчас это представляю, это неправильно. Во-вторых, ну... Не, просто про то, если я перейду зараз на суржик, то... Я не вылью на тебя чай, и мы не начнем драться. То это будет в рамках закона? А, вот чи к чому. Вот к чому. Ну, тобто, буде яких, до мене якісь питання, що я там українську квоту... І вот поэтому очень хорошо, что госпожа Новосад делает 22 ошибки или 20 ошибок, потому что мы всегда сможем апеллировать к тому, что, вот смотрите, Новосад может, видите, это не просто так... продавщица колбасы, это министр. Вот. И, соответственно, в этом плане, я думаю, что взятки гладкие будут. И, то, в принципе, с суржиком... Это отлично теперь. Ну, это можно. Все. Пиде. Пиде, пиде. Вот. Ничего страшного. Уже как бы... Але, мабуть, с этого привода треба сделать какой-то официальный запит в этой комиссии с питань там регулирования. И обов'язково в цьому запиті хоча б 22 помилки треба зробити. От. І принскрін поста міністра. Это как факсимилия должна быть просто. Вот такая печать, вот этот пост, вот так, хоп, принято, все. Зрозуміло. Ну, это вот хорошо, что мы можем над этим посмеяться, потому что, в принципе, у нас, наверное, другого выхода нету. Вот, мы уже прячемся вот за этим юмором, мы прячемся от нашей реальности. Ты зараз сказав, що от потрібно людей зупиняти. Я думаю, що потрібно зупиняти тих політиків, які вже вони приймали багатенько законів, які зі здоровим глуздом не мають, ну, зовсім нічого спільного. Ну, давай ми будемо етимологію слова зупиняти, тобто, іменно, що ми маємо в виду зупиняти, тому що, судя по той криміногенній ситуації, яка у нас зараз твориться, тобто, ми спокійно можемо відкривати сайти новостей і постійно кого-то застрілили. От позавчора застрілили чоловіка, пластичного хірурга в центрі Києва, це все. Тобто, я вже, як би, якщо що, мені краще гуляти десь по Троещине, но в центр я уже не ногой, потому что все самое кошмарное происходит там. То есть что мы имеем в виду зупиняты? Это каким образом? То есть давай так, сразу же, чтобы к нам никаких претензий не было, мы зупиняты маем руками, разве что вот так может быть. Там дверь придержать, чтобы они не заходили, не выходили. Юристы радят просто дополнивать в рамках закона. В рамках закона, обов'язково. Я вообще считаю, что в последнее время я чувствую, что каждое слово, которое мы произносим, мы должны его дублировать. То есть такая звездочка должна выскакивать где-то здесь. На самом деле мы имеем в виду только законные, легальные. А как ты вважаешь, законно изменивать закон? Я другой такой страны не знаю, где так вольно, смирно и вперед. Вот. Як ти вважаєш, законно змінювати закон в рамках закону? Это очень классно. Я думаю, необходимо написать такую песню даже, потому что это вот есть такой рэпер Snoop Dogg, который говорил «I know some people who know some people who know some people who know some people». Наверное, это приблизительно из той же оперы. Здорово, здорово. И, до речи, щодо мистецтва и... То, что я люблю. И музыки, так. От як ти докотився до такого життя, що почав займатися цим, цією справою? Писати пісні, кліпи знімати? Да ще такі, що там просто гвалт, що робиться? Вообще, что касается именно вот моего нынешнего амплуа, Тарик Назалешка, это, в принципе, социальный рэп-кор, то есть это музыка такой направленности, бунтарской, скажем так.
немножко недоволен, скажу, ситуацией. И, в принципе, эта ситуация меня и побудила как выразить такой определенный протест. Хотелось как-то заявить свою позицию. Заявил. Сказать, что был доволен последствиями именно, но, с одной стороны, очень доволен, потому что появилось огромное количество людей с позитивными откликами, но, с другой стороны, был недоволен, потому что появилось много людей, которые не разбирались в сути. У нас же сейчас такое определенное клиповое мышление, и никто в суть не имеет времени. Люди очень заняты, они не имеют времени для того, чтобы просто покопаться, подумать, а почему так? А вот что имеет в виду этот человек? А вот если на него говорят плохой, то, может быть, все-таки я проверю и сделаю свое мнение. Вот. Нет, у нас этого не происходит, тебе вешают определенные клише, и уже ты, соответственно, разгребай как хочешь, просыпайся утром, заглядывай под машину, потому что какой-то умник тебе написал, что там что-то может быть, сюрприз. Ну, вот. Тобто, багато було погроз, я так розумію? Достатньо, щоб чувствовать себя немножечко некомфортно. Хотя, с другой стороны, я скажу так... Але це теж успіх, ти розумієш? Це успіх, да, це... Успех, но давай, без которого можно прожить. С другой стороны, вот все, что как бы произошло, случилось, я этому на самом деле отчасти и рад, потому что появилась такая немножечко более толстая кожа вот, по отношению к критике, к чужому мнению и все остальное. И с другой стороны, был один человек, который говорил, мы не будем называть, кто это за человек, который говорил, если нас враги критикуют, значит, мы делаем все правильно. То есть в этом плане я не переживаю. И, опять же, свою позицию я сказал. И самое главное, что хочу заверить, за 5 лет моя точка зрения не поменялась. И у меня очень большой вопрос к тем, которые писали мне, там, допустим, какие-то неприятные вещи. Скажите, пожалуйста, товарищи, друзья, ребята, девушки, бабушки, а ваша позиция за 5 лет поменялась или нет? Вот это мне очень интересно узнать. Поэтому, с другой стороны, мне приятно, что я был прав. Вот это меня на самом деле очень сильно греет и дает такой определенный оптимизм. А значит, я не до конца потерян, и значит, немножечко мозгов у меня есть. А мозги это никогда не помешает. До речі, шановні телеглядачі, якщо ваша думка змінилась щодо ситуації на Майдані, пишіть у коментарях під відео. До речі, я думаю, що Тарік Незалежко вам відповість на ці ваші питання чи коментарі. І от, а якщо подивитись, в принципі, на проблему молодих колективів музикальних, як от зараз їм розвиватися? От був там 13-й рік, 14-й рік, от зараз 20-й рік. Тобто, що змінилося? Де є поліпшення, де є якісь позитивні моменти, а де є негативні? Значить, позитивний момент – це те, що зараз є така платформа YouTube, яка, в принципі, була 5 років тому, і молодим колективам я советую находить определенных спонсоров, если у вас творчество так себе и необходимо вливание для того, чтобы это все раскрутить. И надеяться, опять же, на YouTube, на свои силы, потому что, на мой взгляд, сейчас инфраструктура шоу-бизнеса, это мое субъективное мнение, я могу ошибаться, но на мой субъективный взгляд инфраструктура шоу-бизнеса значительно ухудшилась. Вот. Я не буду называть людей, с которыми я общаюсь. Вот. Они в свое время очень хорошо себя здесь чувствовали. Но, в плане, какие связаны с творчеством? Творчеством, да. Именно творческие люди, вот, скажем так, они бедуют. Если вы не верите мне, то можете обратиться также к интервью товарища Скрипки, который тоже рассказывал о том, что... Может, с этого привода Вакарчук пішов у політику, бо бідує бі, і щоб якось виправити ситуацію з грошима, все ж таки вирішив. Весьма может быть, потому что
Насколько я знаю, у него есть хорошая, прекрасная квартира в центре Киева с огромной квадратурой, и ее надо содержать. Люди, инфраструктура, ну, в любом случае, есть, я так предполагаю, у каждого музыканта успешного, у него есть определенный образ жизни, который требует определенных, скажем так, вложений. Как мне кажется, он сибарит. Вот. И, следовательно, ему нужны хорошие деньги. А в том плане, чтобы заработать в Украине, группа «Океан Эльзы», конечно же, заработает эти деньги. Ну, не эти деньги, но хорошие деньги. То есть те деньги, о которых там музыканты мечтали бы. Коли голова фракции в парламенте. Это нормально. Співає, это уже нормально. На концерте. Дмитрий, я ничему уже не удивляюсь. Я не удивляюсь, и даже я вспоминаю 2017 год, когда по Киеву висели плакаты «Океан Эльзы» всесвітній тур. И там Житомир, Харьков, Одесса, Киев, и, кажется, был Минск, Белоруссия. Всесвітній тур. Ну, для багатьох українців, які живуть за межою бідності, а таких майже половина, на жаль, то дійсно це Україна – це всесвіт, тому що їм просто фізично і фінансово немає змоги кудись поїхати. Може, я зря, що я сміюсь. В принципі, це дуже печально. Вот, и мы здесь немножечко стебемся вот, по данному вопросу, но что смею заметить, я человек, который иногда любит просыпаться очень рано, и, что не свойственно творческим людям. И особенно в теплое время, в теплый сезон, там летом, я не люблю рано выходить из дома. Объясняю. Это не касается творчества, мы сейчас отойдем. Почему? Потому что, выходя из своего подъезда, я достаточно часто встречал группы бабушек, которые объединялись в 5 там, человек и лазили в мусорках. Вот это вот ситуация, которая сейчас у нас. Вот эта ситуация, которая меня откровенно очень сильно бесит. Потому что это странно, но я бы лучше видел бы там крыс, которые бегают. Вот. И никогда не хотел бы видеть бабушек. Потому что у нас очень людей, которые десятилетиями працювали на всю Україну, просто а нету зараз денег. Просто надали достатню пенсию. И вот все время говорят, там, дети наше будущее. На самом деле, это неправильная позиция. Вот бабушки, вот это вот наше будущее. Вот наше настоящее будущее. И мы как поколение, вот, да, которое через поколение, ну, мы следующие, да. Если у нас будет такая жизнь, ничего страшного, мы это заслужили. Потому что мы допустили бабушек с пенсиями 1200 гривен, которые этой пенсии не хватит сейчас на коммунальные услуги. Тут я с тобой погоджуюся, але все ж таки не зовсім ми. Ще покоління, яке зараз. Знаешь, я с тобой, а я вот с тобой не погоджуюся. Потому что, по большому счету, мы еще сильнее живем по принципу «наша хата с краю». И люди нашего возраста уже давно, уже и 5 лет назад, имели и должны были иметь те инструменты, которые повлияли бы на то, чтобы в стране стало лучше жить. Ну, я намагався. Я знаю, да. Так, да. И тут, в принципе, дуже жорстка була реакція. И вопрос в том, что ты намагався, вот один человек, там еще кто-то. Но эта группа людей, она очень маленькая. Остальные решают свои шкурные вопросы. Остальные, в принципе, до конца я не могу им говорить о том, что, ребята, вы же, ну, это ваша земля, вы должны думать о будущем этой страны, привязывать себя к этой стране. Но многие живут мыслями, как отсюда уехать, как уехать побыстрее и решить свою собственную... И куда самое?
Да, да. То есть сейчас выбор основной – это вот выбрать точку на карте, куда… Але ж все ж таки об'єктивно, що і я буду намагатися далі змінити цю ситуацію, і ти будеш намагатися. Я впевнений, що багато наших телеглядачів будуть робити певні кроки для того, щоб цю ситуацію змінити. Я думаю, що в нас все ж таки є нормальні, адекватні люди в Україні, і ми ж шаг за шагом будемо робити. Я рад, що у тебе хватає такой фонтан оптимізму, тому що я признаю себе чесно. В какие-то моменты у меня вот так вот... Ты творче особо. Я творче... Слушай, на самом деле, если меня сравнивать с другими творческими людьми, я очень сильно от них отличаюсь. И слава Богу. Я вот, когда вот слышу вот этот творческий человек, мне это очень выбешивает. Насчет тебя порівняти с Фахарчуком, действительно, слава Богу. Да. И вернемся к тому, что у меня очень часто бывают какие-то вот, ну, вот просто опускаются руки. Ты вот смотришь, и, может быть, в какой-то момент, если у меня просыпается юмор к этому, то мне как-то это легче приносить, как вот, вот с этой собакой. Ну, это уже такое дно, в принципе, это такое дно, что... И, ты, вот, ты тут, уже... и вот тут дуже цікавий момент, тому що для того, щоб люди теж підіймалися з диванів і щось робили в цьому напрямку, потрібна творчість. Коли в тебе вийде ще один альбом? Так, хороший вопрос. На самом деле, вот он, альбом, потихонечку пишется, то есть уже 5 композиций, но не хватает еще 7, скажем так, для того, чтобы это сделать. Я не хочу, как группа Лимбискит, вести себя, которая говорила с 2013 года, вот-вот, у нас уже альбом есть. И по сей день мы как бы его ждем. Но я надеюсь, что летом мы его сможем выпустить. И что будет меньше проблем, потому что с предыдущим диском это было не так уж легко. Потому что всегда есть друзья, которые обязательно сделают так, чтобы твоя жизнь не была скучной. Вот. Но, ну, ты маешь на увазе этих людей, которые погрожают, там, такие смотри, нет, вопрос в том, что мы выпускали наш альбом при помощи краудфандинга. То есть это мы нашим поклонникам и подписчикам говорим, вот так, мы хотим... Оговорка по Фреду, краудфандинга, если правильно, ну, а тут краудфайтинг. Файтинг, да, вот можно, можно так. Это, мабуть, ближе до сути. Да, и мы хотели издаться на площадках украинских, то есть мы все подготовили, все, люди, у нас есть хорошие, адекватные и активные слушатели. И мы, соответственно, все подготовили, выкинули это на площадку, и уже люди начали вносить свои деньги, то есть на поддержку выхода альбома. И пришли люди, которые сказали, нельзя, это плохая музыка, то есть вот и такие цензоры. И украинские площадки согласились с этим. З офіційного рівня, чи там з СБУ, чи... Нет, нет, это просто жалобы, жалобы людей. Назовем их пока людей. Вот. Ну ладно, я шучу. Да, людей, конечно. Плохих, но людей. Вот. Поэтому пришлось на площадке другого государства собирать деньги. Вот. И уже как бы наши поклонники закидывали деньги. То есть с подвыпертом, ну, все сделали, но мы сделали за 2 дня, мы набрали, за 2 дня мы собрали всю сумму, причем еще в плюс. Вот. И сколько эта сумма, если она не секрет? Я боюсь соврать, но тогда это около 100 тысяч было. Гривень? Ну да, где-то чуть меньше 100 тысяч. Разумею. Вот. Ну это получается, мы диски вот рассылали по всем точкам, то есть это как бы входит, то есть человек вложился, он купил диск, купил там какие-то атрибуты наши, картины, там все-все. Угу. То есть вот за 2 дня это просто было феноменально. Я такой сидел, как это возможно? Ну, прекрасно. Ну, а вот на новый альбом тоже будут такие? Ну да, да. Чи якісь інші варіанти? Ну, понимаешь, с учетом того, что мы очень много денег вкладывали на запись студии, на клипы, на все остальное, тратили свое время,
вот, то хотя бы там все, что касается возможности хоть немножечко вернуть свои затраты, мы это используем. Вот, поэтому, друзья, если у вас есть что-то интересное, обращайтесь к краудфандинг, это очень, очень классная штука. Зрозуміло, а ще таке питання. І це, да, Міністерство освіти, на жаль, нам не допомагає поки що, але ми сподіваємось, що ситуація може така бути, що прийде людина, яка не буде робити стільки помилок, коли вона пише, і вона скаже: класна музика, нам цього не вистачає, давайте ми вам допоможемо. Гранти ми теж любимо. Просто ми не любимо гранти тих людей, яких ми не любимо. Вот. До речі, да. Тут я погоджуюся. А от якщо брати от молодих виконавців, після Майдану так званого, дуже багато людей виходили до високих трибун і розказували про те, що от зараз ми введемо квоти, буде все тільки українське, тільки на українській мові, зараз ми будемо фінансувати якихось українських виконавців. І вопрос одразу же, як успіхи на цьому поприщі? Я досить давно просто перестав слухати радіо в машині, ну тому що, ну, це вже не радіо. Саме удивительне, що якість, вона, ну, дуже низька, низька. І в определенный период времени, искренне тебе скажу, что мне казалось, что не хватает на самом деле, вот сейчас будет маленький шок, но мне казалось, не хватало наших выконавцев. И я действительно так думал, и давайте, может, мы действительно как-то это всунем. Всунули, и получилось, что столько швака какого-то, это субъективное мое мнение, то есть не надо это как бы брать за экспертную, хотя берите за экспертную оценку, ну, не очень хороший контент вылез. И меня это, честно говоря, обескуражило. Много различных ребят решили хайпануть на вот этой вот как бы политической обстановке. Вот, и тут начали опять же... Банку, да, да, да. И начали навязывать вот эту ситуацию. И самое забавное, то, что у нас идет процесс декоммунизации, то есть... От оце, от там така диктатура була страшенна, то не хочемо цього. І роблять ровно це, тільки ще в квадраті. Тобто, ну, як би, к сожалению, цим людям не об'яснити і не доказати, типа, от це от так було, а от це ти от так робиш. Найди 10 відличий. Они найдут, причем в пользу того, что здесь как бы было посвободнее немножечко. Вот. Но этого люди не видят. Очень важна, мне кажется, очень важна какая-то адекватная самокритичность. У нас люди перестали смотреть на себя в зеркало. Вернее, они смотрят в зеркало, но с восхищением. То есть они такие умные, прекрасные, и их не переубедить. Уверенность – это хорошо, но самоуверенность – это немножечко плохо. И у нас вот этой самоуверенности 5 лет назад было очень много, а сейчас… Немножечко, немножечко люди уже вот как-то присели. Но очень печально, что мы до каких-то вещей доходим только благодаря каким-то трудностям, каким-то плохим ситуациям. Потому что я и по жизни стараюсь учиться на чужих ошибках, и всем советую, ребята, мы не сверхособенные, мы не сверхлюди. Давайте просто адекватно оценивать ситуацию, и тогда у нас будет немножечко все получше, и люди от нас во всем мире не будут шарахаться, потому что сейчас, откровенно говоря, если мы также посмотрим наших представителей в ПАСЕ, либо на других международных площадках, так немножечко уже как бы вот так как бы... О, Ukraine, окей, все. И уже как бы между капельками. Или между нашими ребятами. Ну, это может быть, мне кажется. Может быть, я выдумываю. Может быть, залы действительно там полные и большие. Не, ну, в твоих словах есть сенс. Ну, я вот, слава честно, Богу. Вот дивився, ну, вот, наша делегация в ПАСЕ вышла из ПАСЕ в знак протесту. А потом зашла. А потім, через декілька місяців... І ми спомінаємо мордорський, совєтський, страшний мультик. Нічого не поясняє, війшла туди. Спомінаємо мультик, шарик входить і виходить. Входить і виходить. День рождення і Іа, я не розумію. І ніхто не розуміє. І навіть ці депутати, які виходили, у нас УА. Цього не розуміють.
Я вот как бы я могу улыбнуться, пожать плечами. Ну как бы да, да, вот так. Что мы можем тут сделать? Ничего мы не можем сделать. Только поюморить, посмотреть на это все как бы с какой-то определенной снисходительностью и надеяться на то, что люди включат как-то мозги. Ну, я это говорю, я сам сейчас улыбаюсь, потому что я вспоминаю, что я приблизительно года два назад тоже такой-то сидел, так, ничего, сейчас люди включат. Да, все-таки я оптимист. Я оптимист страшенный. Вот, что люди включат мозги, включили, продавай собаку. Ну, але все ж таки, на виборах ситуація склалася така, або ще гірше, або хоч щось інше, це Зеленський. І там не було якихось інших варіантів. Це, типу, вілка в глаз, либо... Ну, от, так собі, звісно, вибор без вибору. Нас фактично поставили перед фактом і сказали, або це, або буде ще гірше Порошенко. І ми розуміємо, що так... Ну, вопрос в тому, що... Не було альтернативи. И эта ситуация, я думаю, с одной стороны, я с тобой очень согласен, да, когда вот что касается президентских выборов. Но что касается выборов в парламент, мне кажется, немножечко слишком много авансу дали. Слишком люди как-то... Опять же, вот просьба, люди, разбирайтесь во всем, вникайте. Ну, не просто по поверхностно проходите по вот этим вот вещам, но это я могу как бы говорить, вот умничать и рассказывать, люди, давайте вот вы типа уделите этому времени. Но с другой стороны, я понимаю, что вот люди сейчас на данный момент, если мы спустимся с верхушки элиты, спустимся к обычным нормальным людям, они сейчас заняты тем, чтобы заработать деньги. Деньги на коммуналку, деньги на то, чтобы покушать, на то, чтобы одеться, потому что мы вспоминаем, коммуналочка у нас подросла в 10 раз. Ну, я газ имею в виду. Да, в целом там коммуналка не в 10 раз, но тоже очень прилично. И человек, который впахивает и отдает большую сумму денег на это все, он хочет просто прийти вечером. Я подозреваю, что он хочет прийти вечером, сесть, усесться, отдохнуть, посмотреть телевизор, и ему интересно, что происходит в этой стране. Но он не хочет, у него нет сил думать уже. И поэтому он включает какие-то каналы, где ему разжевывают. Он хочет объяснить, ребята, почему вот так. Вот почему в 10 раз поднялось это все, почему я должен за это платить. И он ищет по каналам и надеется, что ему просто объяснят. Нету сил уже тратить... силы на саморазвитие. Саморазвитие – это очень важно. Мы можем просто посмотреть на тенденцию, как часто люди стали ходить в театры, какой у них досуг. Важно, то дорого. Да, да. То есть вопрос денег, он стоит очень четко, потому что мы приняли, слава богу, да, в 91-м в стезю, в сторону капитализма, рыночного рынка. Вот. И этот рыночный рынок, он достаточно жесток и отключает всякое вот понимание человечности. Да, мы это выбрали, и мы за это сейчас расплачиваемся, и в какой-то степени мы это заслужили, к сожалению. Ну, я этого не обирал, мне тогда руки сп'ять было. Ты, да, ты не обирал, я не обирал. Більшість наших, я так розумію, батьків, вот, вони обрали. Вот понимаешь, вот, вот это вот такая вот серьезная штука, что в принципе это сейчас вышли на пенсию как раз те люди, которые в свое время захотели джинсы и жвачку, гласности еще. Вот. Я иногда задумываюсь о том, что, может, нам не нужна такая сильная гласность, может, нам действительно какая-то нужна социально ориентированная диктатура. Диктатура права в первую очередь, потому что законов у нас много. Мы тут, мы придерживаемся с тобой, да, то есть у нас есть квоты, мы придерживаемся, потому что мы порядочные, честные люди. Но не всех законов люди придерживаются у нас. Все равны, но кто-то значительно равнее.
И это вызывает определенный дисбаланс, это вызывает чувство несправедливости, а следовательно, происходят какие-то определенные бурления в нашем обществе. Вот. Общество сейчас как котел, вот, который вот, постоянно его надо заклепывать. Вот, заклепывают, там немножко прибили, там. Но, думаю, рванет. Вот кажется, вот что-то, какое-то ощущение, что оно так рванет, бабахнет, что нам мало і не тут покажется. І все ж таки ми теж повертаємося до творчості і до альбому, який повинен ось вийти, я так розумію, через певний час. Якщо ми подивимося на мову, на якій мові буде цей альбом? Ну, в принципі, я скажу так, що там буде суміш українських і російських пісень, російськомовних пісень. Угу. Вот. Но якось міксувати. Да, я опять же скажу, что в какой-то момент, когда меня начали, ну, не меня конкретно, а вот всех как бы навязывать, то у меня пропала муза, україномовна муза, вона десь пішла гуляти, десь вона, у неї були якісь дуже важливі справи. Это дань характера. То есть, когда мне что-то навязывают, я начинаю опираться. Вот, я надеюсь, что ситуация, я в стране, и ситуация, и придут какие-то вот люди адекватные, которые, видишь, оптимист, да, придут адекватные люди, и когда мне вот пропадет вот это желание противостоять чему-то, вот. Мне ж не нравится, мне не хочется быть человеком, который постоянно недоволен чем-то. Я же не российский либерал. Это вот у них такая задача, там, что не произошло. А, построили, деньги украли. Не построили, а почему вы не построили или что-то? Мы уже хотим, хоть украдите, но постройте. Постройте, но вот, но украдите, пожалуйста, в пределах разумного. Потому что, допустим, когда вот Шулявский мост, стоит. Mm-hmm. Вот меня это зацепило. Вот реально меня это зацепило. Мост за 1 миллиард гривен. Мост. Вот, то есть 100 метров. Сваи. 150, Катя. 150 метров. Сваи. Значит, сверху полотно. Асфальт. Может, там под асфальтом золото? Я думаю, что, наверное, все-таки с учетом того, что люди переживают, вот Янукович же, он на КАМАЗах все вывез, да, то есть он деньги забил КАМАЗами, и они как поехали туда, вот это, через границу там все вывозить. И они думают, так, чтобы этого не случилось, давайте мы наши золотовалютные резервы переплавим в арматуру. Вот, и скорее всего... Просто он же не дурак, извини меня, наш мэр, он умный человек. Вот. Но он переплавил в арматуру и построил в мост, спрятал. То есть в случае, если будут какие-то проблемы уже как так бы у государства, просто взрывает арматуру, вытягивает и такой, о, смотрите, у нас есть золото. Наверное, я надеюсь. И тогда он может стоить миллиард. Потому что, опять же, вот, все как-то, ну уже как бы цифры они не впечатляют особо. Миллиард, ну миллиард. Тысяча миллионов гривен. То есть это вот на то, что там стоят, значит, сваи, залито сверху полотно, мост, обычный мост. К нему не надо подводить коммуникации, то есть ни электрика не запитывать там, ну ладно, электрика там, столбы. Не надо коммуникации, связанные с, там, с подачей воды или... Ну, зрозуміло, там. Дом стоит намного дешевле. Дом большой, который вот 9-этажный дом, это, ну, 10 домов можно построить. Ребята, ну, это, короче, здесь что-то нечистое. Вот кто бы мне что ни говорил, и я только надеюсь, что там арматура из золота. Все, тогда вопросов нет. У меня тоже есть певна надія с этого привода. Я думаю, Кличко не подкачает. И все же он не подкачает. Арматура из золота. И вообще очень жалко, что его как-то редко стали показывать, потому что эти всякие там, готовьтесь к земле, там еще всякое. Ну, меня это веселило. Но, слава богу, у нас есть собачники, которые... Ну, дійсно, депутати з партії «Слуга народу» добре справляються з цими всіма завданнями. А от щодо творчості більш такому телевізійному форматі, а саме телепрограма «Топ-блогери України». Дуже хороша програма, дорогі друзі, обов'язково дивіться її. Раніше блогерів можна було подивитись десь в інтернеті тільки.
А вот, Я хочу сказать, что большое спасибо телеканалу КРТ вот, за возможность. Вот, и за то, что действительно они демонстрируют и показывают блогеров. Потому что хотелось бы акцент такой поставить, что Анатолий Шарий, вот, а сейчас уже даже можно немножечко произносить это имя, потому что вот, где-то там годика два назад это вообще было табу. Вот Анатолий Шарий первым появился у нас в программе «Топ-блогер Украины». Мы показывали его блоги. А потом только 112-й уже подсмотрел, такой подумал, блин, какая же классная идея. И начали Анатолия Шарія показывать у себя. Але тільки Анатолія, а в тебе в програмі і інші блогери? Да, у меня и другие блогеры, да. У нас замечательная Олеся Медведева есть, у нас Ольга Шарій тоже. Вот мы всю семью тянем, делаем их знаменитыми. Аристов у нас... Ну, у нас достаточно блогеров хороших. Ну, Карабас Ченел тоже, вот я смотрю. В принципе, это, по большому счету, те люди, которые... Ну, Александр Семченко, конечно, просто замечательный блогер, который к нам входит, и с ним всегда интересно, поговорить, послушать. Вот. Mm-hmm. Потому что в основном я встаю, задаю какой-то вопрос и понеслась вперед. Вот, а що стало причиною? Що стало тим поштовхом, щоб все ж таки така програма вийшла в прямий ефір? Ну, знайшлися добрі люди, які предложили. А я, як добрий чоловік, я не смог відказати, тим більше це дуже... Тим паче добрим людям. Да. Добрим людям відказувати не треба. От злим – спокійно. Можна говорити «до свидання» і щось ще вдогонку, коли вони йдуть в спину, крикнути, плюнути, кинути. Вот. А так... Угу. Вот. Поэтому, ребята, ну не знаю, как там, без протокола, смотрите, конечно, но вот ТБУ, топ-блогеры Украины, вы должны смотреть обязательно. А вот не плануешь ты изменить формат и больше какую-то динамику, залучать больше блогеров? Ну, например, вот почему вот Шарієм еще немає блогу? Я так розумію, я його боюсь. По скайпу зв'язатися, чи як? Я, ну, я тебе розкрою секрет. На самом деле у меня это не то, что давняя мечта, ну, большое желание, да, действительно, Анатолия пригласить, вот, поговорить с ним о том, о сём. Даже несмотря на то, что, в принципе, кажется мне, у него сейчас нету недостатка в возможности выходить на телевизионное пространство. Но я надеюсь, что он нас как-то уважит. Потому что все-таки телеканал КРТ был первым телеканалом, который показывал его блоги. И Анатолию мы это напомним и попросим его вот, нам тоже. Я думаю, что все будет хорошо с этого привода. Нет, неправильно. Все буде добре до кожного з нас. Вот. Ні, краще не так. Ні, а вже не нравится голос Вакарчука, да? Після того, як він пішов в політику, мені його творчість не до вподоби. Ну, это хоча вот, раніше я чомусь даю в нормальній пісні. Ні, дійсно, як музика класна, як чоловік, він, звісно, не ахті. Да, все. Да. И как извернуло, и а, вот что. Понимаешь, вот просто мы опять же возвращаемся к нашим медосам, да, которые прикасаются ко всему. Вот. И самое страшное, что эти медосы, они не просто прикоснулись, они просто залапали Вакарчука. И он сейчас вот такой вот коричневый. Ну, я думаю, там Сорос, Пинчук. И да, они просто подошли и вот обняли его и держали очень долго. Поэтому, да, Океан Эльзы, к сожалению. Це була програма «Без протоколу». З вами був я і ведучий Дмитро Василець. Сьогодні у нас в гостях був Тарік Незалежко. До зустрічі!